слайде у вас экспертные знания с точки зрения внедрения курсов на первом году, на втором году обучения. Как вы видите, в этих курсах принимают участие известные консалтинговые компании, то есть, пожалуйста, Goldman Sachs, Brain, Lincoln, да, Web. Соответственно, это помимо того, что есть представители и крупных компаний, как Mondelez, например, там, Банк Открытия и так далее. Вот. И достаточно много практиков приходит к нам как раз-таки из большой четверки, потому что у нас есть базовые кафедры и Pricewaterhouse, и Cooper's, и Deloitte, и Ernst Young, и KPMG, то есть с разных сторон как раз-таки консалтинговые компании говорят о своих практиках, ну, естественно, не просто говорят, а вы с ними вместе считаете.